Ну что, если бы у тебя была шапка-невидимка, что бы ты сделал первое? Слушай, я бы частенько напрягал этих товарищей дома, делая селфи на фоне резиденции, в резиденции, на проспекте. Я бы их конкретно троллил, конечно. Ну что, как понять Руслана Курбанова? Он вроде бы выступает против российского империализма, а сам признает оккупацию Абхазии, неделю там гостит и хвалит абхазскую власть. А он выступает против российского империализма, разве? Что-то я с тобой не согласен. Том, что там от ЧКТРК облажались, только ну, они частенько это делают. Да, ЧКТРК облажались, это вообще не новость, брат. Япон. Ассаляму алейкум, брат, рад тебя видеть. Ва алейкум ассаляму рахматуллах баракату. Баракаллаху фейк, брат, я тоже очень рад тебя видеть. Будем сегодня троллить, Япон. Япон, как там? Сегодня обязательно расскажи нам, как обстоят дела у мистера Ахтаева. Как он там выживает? Только я тебя прошу, без вот этих вот подробностей, прям можно чуть-чуть как-то завуалированно это подать. Чтобы я мог это зачитать в эфире. Япон. Да, что касается Ахтаева, то есть новость. В общем, у него теперь погоняло гудок. Так его даже надзиратели называют. У него даже постоянный сокамерник появился по кличке Трубочист. Тумсо, прокомментируй про назначение няньки Абдул-Керима Идилова секретарем главы. Это секретаршей он стал, я правильно понял? Я вообще не в курсе, я не знаю, каким там секретарем его сделали. А если сделали, ну, значит, пора было уже. Сколько он там лет нянчил его детей? А теперь пора его куда-то пристраивать. Ему для этого, видимо, этот фейковый бой, да, организовали. Заплатили этому бедному боксеру, которому запрещено было вообще везде выступать. Это был реальный его шанс заработать немножко денег. Ему заплатили, таким образом, видимо, перед тем, как назначить секретарем, нужен был нокаут. Сделали этот нокаут и назначили его секретарем. Салам алейкум. Ты зря так думаешь, что последний бой по боксу няньки и детей Кадырова – постановка. Это называется ахматская сила. Она пробивает все. Я бы даже сказал все, все, все. Кстати, этот кадыровский боец, который говорил вот это все, все, все. Джамалдаев, фамилия у него. Его задержали в аэропорту Внуково, кажется. По подозрению в перевозке наркотических средств каких-то. Тумсо, слышал новость, что чеченский парламент хочет внести законопроект, который запрещает упоминание национальности преступников. Давно пора. Зачем это вообще упоминать? И как будто кавказцы не россияне. Я не слышал насчет того, что парламент там что-то хочет внести, но в Государственной Думе я слышал, что там уже идут какие-то разговоры на эту тему. Делимханов там что-то разразился в отношении Симоньян. В общем, грызутся сейчас там разные, видимо, башенки кремлевские между собой грызутся. Ну, раз Кадырову там показали на свое место, Делимханову тоже покажут. Здесь шансов у них никаких нет. Так что будет ли там этот законопроект продвинут, запретят ли они называть национальность, ну не знаю. Не знаю, я не умею делать прогнозы. Хотя они, в принципе, национальность не называли, они просто называли регион, да, выходец оттуда, выходец отсюда. Может быть, это тоже запретят. Посмотрим. Тумсо, в 2024-м пройдут выборы, как думаешь, пойдет Путин на еще один срок, если это возможно? Слушай, если они к тому времени не придумают какую-то новую фичу, типа там, я не знаю, союзное государство, что-то такое, то, конечно, пойдет. Неужели вы думаете, он такой взял и в какой-то момент, как Ельцин, такой, я ухожу. Да не, Путин, я думаю, не тот человек. Я думаю, Путин будет до последнего. Либо его уберут, либо он умрет. Вот. Так, по доброй воле, он оттуда вряд ли уйдет.
Но, как вы знаете, я прогнозы делать не умею и не люблю это делать. Это чисто так мое мнение. Томсо, трудно ли выжить низшим слоям населения в Швеции? Или квартиру и машину может позволить каждый дворник и простой работяга? Ну, квартиру и машину, наверное, не может позволить себе. Бедные люди тоже наверняка есть. Но здесь очень хорошо устроена вот эта вот социальная сфера. И прожиточный минимум тебе обеспечат, то есть социальные службы. Вообще в Швеции это такой гибрид капитализма, социализма. А коммуны, они здесь играют очень важную роль. Как коммунизм, как вы знаете, от слова коммуна. В общем, машины там какие-то, я не знаю, дорогие гаджеты, все подобное они наверняка себе позволить не могут. Но квартиру, жильем их обеспечат, то есть бездомных я здесь вообще не видел. Жильем их обеспечат, прожиточным минимумом их обеспечат. Остальное шиковать они, наверное, уже не смогут. Что если хотят что-то покупать, машины, квартиры и так далее, им придется работать. Если будут работать, тогда смогут. Если человек работает, то для него открываются все вот эти вот блага, которые есть там во всем продвинутом мире, типа рассрочки, там всякие кредитования, ипотеки. Но под благами я имел в виду не ипотеку и не кредиты. Это не выносите мне, пожалуйста, такфир. Я имел в виду всякие социальные, короче, льготы, поддержка государства. Это все здесь есть для работающих людей. Но если ты не работаешь, то тебя будут просто тебе будут давать вот этот прожиточный минимум, и постоянно тебя будут мотивировать, чтобы ты работал. Здесь тебя так просто так же тоже не оставят. Типа, давай вот на социалке, пока не умрешь. Нет, здесь будут постоянно тебе напоминать, тебя будут напрягать всячески, будут создавать тебе условия, чтобы ты слез с иждивения и стал работать, если ты работоспособный. Если не работоспособный, если ты инвалид, допустим, или пенсионер, то к тебе никаких претензий, ты можешь здесь кайфовать. Ты будешь полностью обеспечен. Салам, Тумсо. Полчаса назад сборная Грузии по футболу выиграла у шведов 2-0. За кого болел? Я не знал об этом, Гиги Цуладзе. Я не болельщик, за футболом не наблюдаю, так что я даже был не в курсе, пока ты об этом не сказал. Тумсо, ты не подготовился к эфиру, потому что ездил за рубашкой. Ну, можно и так сказать. Не, на самом деле рубашка это был такой бонус моей поездки. Просто поскольку я уже поехал по делам, у меня сегодня была встреча с представителями шведской власти. И, ну, заодно решил зайти в магазин, пока у меня была пересадка. Зашел в магазин, прикупил себе рубашку, еще одну кофту. Использовал, короче, время с пользой для дела. Скажи, пожалуйста, смотрел недавно ролик на Ютубе, где говорится, что с Чимаевым вы общались и что он говорил, что поддерживает тебя и твое дело. Не, это ты какой-то фейк-ньюс смотрел, это неправда. С Чимаевым мы не общались. Тумсо, Чимаев вышел на бой под песни Муцураева и выложил в инсту, как мальчик поет гимн Чарей. Что ты думаешь? Ничего не думаю. No comment. Я не знаю, как это комментировать, что по этому поводу думать. Недавно видел видео о твоей встрече с Эрдоганом. Расскажи о результатах, какие друзья, я надеюсь, большинство, по крайней мере, понимает, что все это неправда, это все фейк-ньюс. Хотя, конечно, на полном серьезе мне иногда задают такие вопросы. Люди меня реально уже мнят такой птицей крупного полета, что я там с Эрдоганом могу встречаться. Но нет, друзья, я всего лишь блогер. Я небольшой такой маленький раб Аллаха. Тумсо, если христианин назовет своего сына или дочь арабским или чеченским именем, с них не спросят потом? Мне нравится несколько ваших имен, я русский. Кто с тебя спросит? Свободный человек, живущий в свободном мире. Ты можешь давать те имена, которые тебе нравятся. Конечно, не спросят. Ипон. Также приветствую Хасана Халитова. Ассаляму алейкум, брат, береги себя. Так, Хасан Халитов сейчас ответит тогда, иншаллах.
Тумсо, как вы прокомментируете случай изнасилования мигрантом шведки, но когда было доказано, что на момент изнасилования он был несовершеннолетним, ему выплатили компенсацию 800 тысяч шведских крон? Я не слышал об этом. Я не в курсе. Если такое даже случилось, ну а за что ему компенсацию-то выплатили? Я не знаю. У меня нет объяснения этому делу. Надо спросить у моего адвоката. Наверняка он в курсе. انتظريني يا قدس وانتظريني سأزيل سدودا